Для маленьких пациентов ожидание приема врача в детской поликлинике перестало быть скучным и утомительным. «Улыбнись, малыш!» С этой фразой активисты городского клуба волонтеров «Инсайт» подарили каждому ребенку воздушный шарик с пожеланиями радости и здоровья. Раздаем им шарики со словами «Улыбнись, малыш! Не переживай, все будет замечательно!» И как-то смотришь в глазах детей, радость появляется, спокойствие, они улыбаются действительно. Акцию проводят студенты и школьники города в рамках весенней недели добра. Благодаря ей посещение доктора превращается для малышей в настоящий праздник. Волонтер Дарья Андрианова поучаствовала в акции первый раз и зарядилась положительными эмоциями. Поднять детям настроение, это же так весело. Ну, так, смотреть, как они улыбаются, так хорошо. Они такие счастливые, миленькие, шариками. Волонтеры привлекали внимание малышей разноцветными шарами и яркими костюмами персонажей из мультфильмов. Это радовало не только детей, но и их родителей. Для маленького Матвея поход к врачу стал увлекательным приключением еще с порога поликлиники. Дети все радостные, бегают, счастливые. Все довольны, с шариками друг друга улыбаются, меняются. Я думаю, что почаще бы надо проводить такие мероприятия вообще в городе. Акция проводится в городе уже 10 лет. И каждый год главный результат для организаторов – улыбки на лицах маленьких пациентов. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».